премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о митинге на площади республики, который состоится 17 августа, по случаю первых 100 дней его пребывания в должности премьера. Пашинян заявил, что в этот день ожидается интересная беседа как о прошедших 100 днях, так и тем более о будущем. Приглашение Никола Пашиняна на митинг последовало за достаточно многозначительным заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова об уголовном преследовании в отношении второго президента РЭАН Роберта Качаряна в Армении, в котором он сказал о том, что действия новых властей Армении идут вразрез с их прежними заявлениями об отказе от преследования своих политических предшественников. Лавров сказал, что передали свою обеспокоенность этим новому руководству Армении. Таким образом, приглашение Никола Пашиняна на митинг вольно или невольно становится ответом на заявление главы МИД России, которым Ереван покажет свою большую общественную легитимность, чтобы напомнить России, что та имеет дело с качественно иными властями в Армении, следовательно, также должна подумать над тем, чтобы отложить в сторону свои инструменты отношения, применяемые в случае прежних властей применением новых. Эта ситуация расценивается как армяно-российская напряженность, что в глубинном смысле, однако, нужно всего лишь охарактеризовать как процесс уточнения армяно-российских взаимоотношений, который может иметь и болезненные проявления, но болезненным для отношений как таковых, а болезненным по сравнению, так сказать, с характером прежних отношений, в которых не было смелости открыто и искренне говорить о проблемах. Но как решать проблемы, если нет этой смелости, и какова ценность бархатной революции в Армении, если она не наделит этой смелостью новых и легитимных властей Армении в подобном важнейшем, имеющем стратегическое значение вопросе, как армяно-российские отношения. Следовательно, разрешение возникшей ситуации, безусловно, не в повторной активизации русофобии или дилеммы Россия или Запад. Это было бы эмоциональностью, которая была бы далека от практической политики и, по сути, стала бы ловушкой для этой политики. Для Армении равно важно углубление отношений как с Россией, так и с Западом. Это, по сути, неравнозначные отношения, то есть эти отношения таковы, что одно другим заменить невозможно. Следовательно, проблемы, в данном случае, в плоскости армяно-российских отношений, должны ставиться четко и без логики шантажа. В этом смысле созванный Николом Пашиняном митинг – жесткий ответ, но вовсе не шантаж. И с этой точки зрения, приглашая общество, народ, совершивший бархатную революцию, на интересную беседу на митинге, Никол Пашинян в режиме реальной политики фактически приглашает на интересную беседу и Россию.